Там вдали синий, это лес темный. А вот это поля заросшие. Значит, там в лесу. В лесу тоже грибы есть, но мы не ходим. Что там ноги ломать. А вот тут вдоль канав, под осиновики. Ну, короче, много чего. Там тоже лес в конце, вот там все поля. Вот здесь вот уже, тут три карты, как сказать. Вот здесь вся мелиорация была, тут же лес был. И засеяно. А вот там три карты не сеяны, там вырос лес. Вот там белые, ну короче, все, что существует в природе есть. А вот там дальше прямо. Это от дома мне 3 километра. Вот там 100 метров леса, а потом болото. Огромное Макаревское болото. Вон тоже тут. Вот эти карты тоже. Мелиорация была, не сеяли. Там вот эта дорога домой туда. И солнце светит. Так что не заблудишься. Пойду за грибниками поеду. Я за камнем приезжал. Вот камушек, смотрите, какой здоровый. Вот если с этими с деревьями, с лесом сравнить, ну тут на 20, наверное, диаметр елка. Вот такой вот. У меня у знакомого раза в два, наверное, больше. 14 тонн. Ну, этот пускай 5 тонн будет. Обещали мне притащить его. Сейчас машину покружу. Грибники, ау! Смотри, если канава с этой стороны, я там похожу. Вот я вас вот этот лес. Смотрите, не заблудитесь. Видите, где солнце? Вот сейчас видите, посмотрите, где солнце. Чтобы потом смотреть. Ну, если что, я вам постреляю, позвоните, я вам постреляю. Бомбочек не оставил? Нет. Мне дай, чтобы пострелять, для вот это, чтобы вас выловить. Нет, зачем? Себе-то взяли? Да, я взяла себе. Мне в малину документы положи. Не в документы, документы тоже оставили. Ну, не в документы в эту. А коробочку. А где документы? Ну, документы. Смотри, сколько птиц, ужас, Марина. Сюда сигареты положить еще? Ты представляешь, что у меня нет защиты? Защита карты? Да. Смотри, сколько, Марина, их миллиард тут, что они тут делают? При том, что они просто скосили, на вине этих, как его, раскрылось много. Они поздно, поздновато косили-то. Грублишей-то этих, наверное, побросалось уже много. Я туда не проеду посмотреть. О, это с этой стороны. Я с этой стороны похожу. Курить туда вглубь. Я тебе курить положила и эти вот в кармашку. Так, а это надо кто-то спрятать. Фиг там, это канал, Марина. Да? Да, это канал. Придется мне туда ехать, Марина, наверное. А что ты?
О, видите, одни подосиновики, а вот там три белых. А там одни подосиновики. А нету ни волнушек, ни здесь ничего, да? Ну, есть несколько черных гнездечек. Да ладно. Да. Марина, рыжика хоть одного нашла? Что? Марина, а я сейчас эти птичек. О, жена мне все-таки нашла рыжик, смотрите. О, какой красивый. Я его сейчас прямо съем, сейчас засолю и съем. Марина, надо там, если есть здесь, значит около дома должны быть, Марина. Марина, около дома должны быть. Все, видите, рыжик есть. Ура!